Еврокомиссия выделила дополнительные 50 миллионов евро на оказание гуманитарной помощи сирийским беженцам. Арабская республика, охваченная волнениями, оказалась перед лицом гуманитарной катастрофы. С начала конфликта общий объем помощи со стороны ЕС уже составил свыше 100 миллионов евро. Между тем, кровопролитие в Сирии не прекращается. За ситуацией следит Лана Варсимашвили. Махмуд Ахмадинежад отправил на помощь Башару Асаду 150 офицеров. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph со ссылкой на западные разведслужбы. По данным издания, Иран через воздушный коридор между Дамаском и Тегераном поставляет в Сирию военное оборудование, оружие, ракеты и снаряды. Оба государства объединяют военный договор, который был подписан 6 лет назад. Однако содержание документа до сих пор засекречено. Исламская республика с самого начала конфликта в Сирии поддерживала Дамаск, а в последних встречах по сирийской проблеме участия не принимала. Иран неоднократно обвинял Запад в оказании военной помощи противникам Асада. То, что оппозиции помогают, западные страны не отрицали, но подчеркивали, помощь эта гуманитарная. А вот по данным немецких СМИ, Франция поставляет сирийской оппозиции средства ПВО. По каким именно каналам, не уточняется. Это не наступательное, а оборонительное вооружение. Цель – уберечь гражданское население районов, находящихся под контролем свободной сирийской армии, от ударов с воздуха. Официальный Париж комментариев по этому вопросу пока не делал. Однако эксперты считают, тот факт, что в последнее время сирийские повстанцы регулярно сообщают о том, что сбили самолеты правительственных войск, лишь подтверждает, у сирийских повстанцев есть современные переносно-зенитно-ракетные комплексы. Между тем, кровопролитие в Сирии продолжается. Бои идут сразу в нескольких городах Арабской республики. Это город Тель-Шехаб на границе с Иорданией. Здесь пролегает основной маршрут беженцев, покидающих Сирию. По словам оппозиционеров, сюда вошли несколько десятков танков в сопровождении пехоты. Паника и в лагере палестинских беженцев в Ярмук, недалеко от Дамаска. По словам свидетелей, армия Асада открыла по лагерю минометный и артиллерийский огонь. Есть погибшие и раненые. Лана Варсимашвили, канал ПИК.